В Студгородке прошел мега-квест. Представители каждого общежития продемонстрировали свою внимательность и умение ориентироваться среди университетских построек. У нас в этом году очень необычная тема посвящения. Называется она «Hostel Quest Party». Даже место и дату проведения нужно было угадать. Победителем стал житель 8-го общежития Андрей Холодов. Именно ему удалось решить все загадки и прийти первым. Второе получилось посложнее задание, это надо было бежать на международный факультет, а мое задание было на самой низкой лестнике приклеено, я первый раз со своим ростом его не увидел. Организаторы разыграли среди студентов билеты на предстоящее посвящение, а также различные сертификаты и призы от спонсоров.